Захожу в пристрой на первый через окно. Слева комната открыта. Я вот тебе про нее говорил. Вот никого. Кто-то сейчас достал калаш и перезарядил его. Значит, второй. Блять, сука, а где звуки-то? Еще там же. Ой, как он лагает. Убил? Нет. Ранил. Ранил его. Он гранату кинул. А где он? На третьем уже, по центру. Был на втором по центру. Я зашел на второй. Не, на второй за перепрыжкой. На втором. Окей, я поднимаюсь на третий. Дал хаев пристрой второй. Я уже на третьем? Да. Поднимаюсь за тобой. Крыша. Убил. Угу. Я на коридоре. Звезду обновляю. Давай теперь еще чекать дальше. О, МП-7. МП-7 и М1А. Нам подходит. Палатка. Подбегает. К платнику идет. Гранаты, короче, лутать с типов. Я на крышу типа лутать. Я тогда здесь лутаю. Бля, 54 уровень сидел. Подлей. 51. Будет их разлутывать, да если что, ему уходить куда-то. Да еще кого-то убивает. Я убиваю. Убил, да? Я не знаю. Вроде он крякнул там что-то. Тихо, не стреляй. Не стреляю. Блин, я не понял, но походу кто-то у мусорки сидит. Что, сделать прокидку в пустые? Уже. По мне. Слева от платника. Ой, мухировал он. Убил. Хакашка. Да, вот это люди, то платника хакашка. Да на. Пятьдесят шестой, просто ли. Блять. От двушки, вторец двушки кидают. Понял. Кайфи. Контр, наверное, с окна, мышь. На какой? Прыж? Тихо! В упоре! Убил. Все. Вот это да. Но еще должен быть по-любому в двушке. С какого примерно окна он стекла бил? Я не знаю, я не понял. Я просто слышал, что вроде как разбилось стекло. Мы его сейчас забрили. Но лежи! Клановый, кстати, ДК. Угу. Так, ну что, надо. Так, давай, бери этого типа своего. У нас еще с МП7 же должен быть челик какой-то. Ну ты его убил как раз. У нас, кстати, воды ноль. В смысле, я его убил. Я убил с какашкой. Ты ж убивал под деревом, типа, говорил. Какашкой, тихо! К нам идет. Откуда? Убил. А вот и МП7, кстати. Я убивал с хеклером, типа. А, берем хеклер был, все, понял. Вот она, МП7, да. Еще один. Нет? Дека, еще один. Так, еще один 55-й.
тоже дека? Нет, одиночный какой-то. Ну прям бодрые тут, конечно, молодые люди. Сложное, опять же, потому что все сидят, никто не хочет драться, воевать. Каждого приходится из куста вытаскивать. Ёптать, вот это уровни. Вот это уровни. Бегает. У синего забора, Мэтт! Убил. Чуть-чуть тебе в затылок не дал. Но не один. Да-да, не один. Заправки бот ходит медленно. Кто гранату-то кидал? Вот этот кидал. Нашел? Да. Где он сидел? В углу? Данечка тут же есть это. Так и подумал, скорее всего, в ней засел. Давай. Куда смотреть? Смотри на будку, чтобы никто не лежал на той стороне. За танком еще. Там грену. Тоже дал. Он направо ушел, вниз туда. Сзади обойду. Убил. Угу. Живой? Да. По мне. Живи. Сзади. Убил. Убил. Блять, слева. Сидит. Да, в кустах. Где? Где-то. Слева в кустах где-то. Дал грену. Тоже дал. Ой, ранил. Я его. Ранил. Пушу. Вроде убил, не уверен. Он вдоль воды уходил. Убил. Ага. Блин, а я ему столько накидал, как он выжил вообще? Один вот тут. Здесь. То есть два здесь. Ладно, сейчас пособираем, посчитаем. Так. Кто-то бежит. Чё? Кто-то бежал, и мне показалось. Не знаю, не слышал. Да, есть. Где? За автобусная остановка ЧВК. Убил. Чья вторая граната была? Вражеская. Он за гаражом ходит. Убил? Да я бил. Пистолет там сидел, что ли? Я хер его знает, с чем он там. Ага, тут кто-то полутал мою разгрузку, походу. Да, он нашел ее, прикинь. Жук, блин. Как ты нашел вообще ее? Не понимаю моду среди игроков называть кого-то крысами. Это не мода, рейдер. Уровни, правда, вот у меня... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сколько у тебя убито? 2. 6. 5. Ну и еще где-то 2. Максимум было. РК-3.
Понятно. Он подумал, что я его друг. Спокойно. Я убил его прострелом. Найс. Найс читы получаются. Блин, броник тоже хороший. Ай-яй-яй. Что мы будем брать? Давай вот так. Так. Ожидание игроков теперь грузится по 3 минуты, не подскажешь, в чем проблема. Именно загрузка карты у тебя идет. Мразь, Сэмка сидит. Вот, блин, начал читать чат раньше времени. Видите, надо было бежать сначала на выход, потом чатик читать. Возможно, у тебя засорился, так сказать, Тарков. Тебе надо удалить два файлика. Ты заходишь в мои документы, там ищешь папку Тарков, и там у тебя лежат два файлика. Перед нами, по-моему. Если... Да. Двое было. Убил второго. Одного убил, да. Ты убил второго? Я убивал первого, так скажем. Ну все, я, значит, убил второго. Он еще не хотел умирать, если честно. Давай, я покаварю потом, я посмотрю. Кто бегает вроде внутри? Дерево какое-то было. Да-да-да, кто-то есть. Дам гранату на второй. Трупы. Правую сторону дал гранат на второй. А где слышал? Дерево слышал, не знаю. А он в углу справа запустил. Одного убил. Говори, говори. Центральная. Убил. Хорошо. Я в ней. Какую-то... Да кто-то к нам бежит. Да. С темного гаража. Он у торца, да? Да. Убил. Троих голову пойдет. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.